Наверное, сигнал нужен. Посмотрим, если люди не спят. Окей. Хорошо. Окей. Давай покажем, как не делать упражнения. Ну, хорошо. Окей. Смотрим. Окей. So I'll start. Окей. Вот это партнер, я ведущий, и вот и теперь я хочу, чтобы ты сосредоточилась на свою цель и расслабилась и на цель смотрела. Но единственное, это я сам не смотрю. Это как будто я за рулем с закрытыми глазами. И это буквально. Если ты видел меня за рулем, а я вот так машину это водил, это было бы страшно. Мне это не менее страшно, когда вижу, что человек ведет партнера и не смотрит на него, потому что мы пропускаем всю информацию. Когда Ричард с Игорем показывали первое упражнение, вот, что бы вы могли отметить, наблюдая снаружи за его коммуникацией? Какие моменты? Жестикуляция. Угу, жесты присутствуют. Пауза, внимание постоянное. Я ни раз не отвлекался. Я смотрел постоянно и сосредоточенно на моего партнера. Еще момент. Человек ведет себя, как будто другой человек на него смотрит. Вот это очень важно. Если в такой рамке воспринимать, вы никогда не ошибетесь и не сделаете, что попало. Это как если говорить на другом языке, и использовать его, думая, что окружающие не поймут, ну, если они не знают. То есть он, когда говорит... Я не понял. Хорошо. Начинаем. Он, когда говорит с человеком, он общается, даже когда у человека глаза закрыты, как будто они открыты, как будто человек его видит. И тогда вот эта связь с партнером, она живая и сохраняется живой. Дело в том, что когда мы с Игорем... исследовали, Игорь не спал. Наоборот, его часть, это более активная, чем моя часть. Да, я разговариваю, и ну, было время, когда он не разговаривал, но мыслительный процесс бурно идет это внутри. А если я не смотрю, я пропускаю эту информацию, потому что если дыхание меняется, я должен это знать. Это я должен заметить и понять, что это значит, чтобы поддерживать, чтобы сохранить связь. Если я не смотрю, и партнер начинает вот так. Вот, я его потерял тогда. Я это не предлагаю это делать. Но были случаи в моем опыте, когда был какой-то очень-очень страшный стимул, и человек это видел или слышал, и сразу бледнел, дыхание меняется, и у тебя есть, ну, 5 секунд, чтобы его вернуть. Иначе он полностью тогда это сессировался, и очень трудно тогда будет его вернуть на нормальное состояние, сюда, короче. Поэтому это не ответственно. Не смотреть на партнера. Другой пример. Окей, она ведущая, ты спрашиваешь моя цель.
Так, ну, скажи, пожалуйста, в чем твоя цель? Ну, знаешь, я очень волнуюсь, потому что у меня есть вот это, и я хочу это все объяснить. Дело в том, что я очень в раннем возрасте я родился, и погода была очень плохая, моя мама испугалась, и когда она испугалась, я тоже испугался. Я был, конечно, связь была очень крутая, и тогда я смотрю вокруг, и вот эта молния и гром, и это до сих пор я чувствую, и когда я смотрю на человека, если это моя мама особенно, и тогда я очень волновался, и потому что я просто не могу это контролировать, поэтому помогите мне, пожалуйста, потому что иначе я не знаю, что буду делать, я просто... А в чем проблема здесь? Да. И у кого? А что здесь не то? Должен выразить цель там, двумя, тремя, четырьмя словами. Да, а это вот его эмоциональность, она очень высокая. Так, мы микрофон забыли давать. Да, очень эмоциональная. Да. Это эмоции. И тоже цель двумя-тремя словами выразить. Если она не может остановить меня, то она не поможет. То есть если я просто сижу и слушаю до тех пор, пока человек изложит всю свою историю, с глубоким уважением, что бы я могла здесь, например, делать? Ну вот неважно, в рамках семинара или в рамках консультации. Что? Потому что это очень важно. Меня единственный человек, который мне поможет, просто это единственный. Я отметить, что я бы хотела в самом деле тебя понять. Но, я хочу, чтобы ты меня поняла, и потому что единственный человек, если ты не можешь меня слышать каждое слово. Слово. Чтобы понять тебя, слово. Мне важно слышать каждое слово. Я очень хочу. Итак, что ты хочешь достичь? Сначала я своей коммуникации показываю пример. Ну, я могу по-разному сделать. Я могу просто быстро продолжить говорить вместе с ним одновременно до тех пор, пока он не остановился, например. Окей. Потому что ты единственный человек, который мне поможет. Потому что для того, чтобы понять тебя и консультировать эффективно, мне нужно в самом деле тебя понять, в самом деле понять, что ты хочешь. Но я не могу понять, что ты хочешь до тех пор, пока ты так быстро говоришь вместе со мной. Что? Давай пойдем сюда сразу. Дыши. Спустись в тело. И пусть твое бессознательное даст ответ. Так или иначе, с уважением, с глубоким уважением, надо влиять на ситуацию, чтобы человек коротко дал нужную информацию и не просто какой-то словесный салат разных слов, который, может быть, содержит информацию, может быть и нет. Но в моем случае в такой скорости... И как длинно, если я езжу на коне, на коня, и он убежал, это не знаю, куда мы тогда пойдем, это я не владею это коням. Он просто убежал, я стараюсь это держать, чтобы не упасть. Но это я уже не владею, я не влияю, я просто стараюсь спасать себя. И с клиентом тоже так и бывает. Да. Вот, мне как специалисту необходимо секунду. Цель, которую ставит перед собой клиент. Или мне это не надо? Или мне надо сказать, чтобы он сам себе поставил цель, а мне не нужно знать эту цель? Или я все-таки должен вывести хотя бы на элементарное понимание, что он хочет. Можно еще раз повторить, пожалуйста? Я за тебя. Это я должен понять, в чем цель. То есть содержание. Да, содержание цели. Или человек может это выбрать, и я не в курсе. Можно это без содержания. При этом, когда я в курсе, обычно я могу более точно и более это эффективно поддерживать. Я могу, конечно, без информации вообще, но если у меня есть чуть информации, еще лучше я могу.
Но если это человеку неудобно, если он не хочет, я соглашусь. Можно при этом, если это не упражнение, если это в моей частной практике, я хочу знать, что тут происходит. Потому что если его цель, это, на мой взгляд, это ну, антисоциальное или недопустимое, да, или иллюзия, я бы хотел знать. Это, но если упражнения нет, а когда это демонстрация, когда это я работаю с специалистами, ну, я не всегда это знаю. Я, если мы с тобой работаем, я тебе доверяю. Если говоришь, у меня есть важная цель, но я не хочу это объяснить перед аудиторией, я бы согласился. А если ты мой клиент, если в частной, частной практике человек пришел с запросом, да, ему нужно помочь. Ну, вот, я как специалист же должен, наверное, понять цель, чего он на самом деле хочет. Хорошо было бы. Если ты врач, я к тебе обратился, я говорю, надо меня лечить. А ты говоришь, в чем проблема? А я не могу сказать тебе. Ну, да, но трудно помочь тогда. Это... То есть мы можем, особенно если работаем с коллегами, если это на семинаре, если это вот, перед аудиторией, я могу без содержания эффективно работать. Но если это клиент в частной практике, я хочу знать, что происходит, и я хочу и видеть систему тоже, потому что от системы много зависит. Ну и еще вот в связи с этим, когда вы наводили транс, то вы обращались напрямую прям к сердцу, к позвоночнику, давали проценты, позвоночник столько процентов усилит твою цель. То есть возникает ощущение, что вы как бы наделяете интеллектом сами органы. И что? Ну это необычно, да, вот... Конечно, необычно. Я это раньше не делал. И, наверное, еще больше не буду делать. Потому что мы с Игорем работали. Это он сам сказал. Это может быть 10-15% мозга я использую. Поэтому я предложил добавить еще 1%. Mm-hmm. Я раньше не предложил. И, наверное, больше не буду. Потому если мы работаем еще, и он опять вот эту метафору, то ладно, может быть. Но я стараюсь объяснить, что это не обязательно. Это все мы передаем идею через метафору. И с каждым разом разные метафоры. Зависит от человека, зависит от того, что он сказал, от того, что он хочет. Моего настроения. Спасибо. То есть это не поможет повторить то, что я делал с клиентом, потому что это другой человек. И, ну, ты только видел один пример, когда ну, еще да. 3-4. Ты видел, ты поймешь, что они все абсолютно разные. Абсолютно разные. Но есть все-таки общая структура, которая не меняется. И эту структуру я объясню. Но это, я говорю, это как суп из топора. Если это просто топор возьмем, но это невкусный суп. С каждым разом мы себе добавляем тоже. Нашу интуицию, доброжелание, творчество. Милтон Эриксон говорил, что у психотерапевта нет роскоши владеть и придерживаться какой-то одной теории. Послушайте, какие или слова. Или подходом. Да, нет, у психотерапевта нет роскоши придерживаться какой-то одной теории. Он буквально изобрел новый подход, новый метод для каждого человека, который садился рядом с ним. Ну, конечно, гипнотические техники, конечно, паттерны, речевые обороты, конечно, он всегда, многозначность, конечно, он всегда учитывал стадию развития жизни, на каком этапе сейчас человек находится, какая семья у него, или контекст, в котором проблема появляется. Ну, вот это все как бы общие стратегии. А так для каждого человека был отдельный свой подход.
Да, это... Если я стараюсь показать солнце, я прошу тебя смотреть на солнце, не на мой палец. Или, может быть, по-другому. Если я предлагаю меню, это для того, чтобы ты заказал какое-то блюдо, не в том, что ты съел меню. То есть в любом случае вы как специалист должны предполагать определенные метафоры, которые бы совпадали с целеполаганием самого клиента. Или нет? То есть без конкретики, но мотивируя его бессознательно на выполнение этой цели. Сложность заключается в том, замотивировать бессознательно, создать такие речевые обороты, чтобы запустить движение к цели. Вот что сложно. И когда вот вы обращаетесь, допустим, запуская через нервную систему, да, позвоночник, сердце, разум, то и причем вы же наделяете их определенными метафорами, а это вот сложно сделать, допустим, для неподготовленного специалиста. И это на уровне интуиции. Во-первых, если это в самом деле его цель, тогда почему я должен мотивировать его? Он сам выбрал, это то, что он хочет. Если это моя цель, я выбрал для него. За него. За него. Конечно, я должен мотивировать. Мой первый учитель Джон Гриндер мне неоднократно сказал, если надо мотивировать человека, значит, это не его решение, это не его цель. А наоборот, если я сам выбрал, если это моя, не надо мотивировать меня, я уже хочу. А вот интересно, а вот смотрите, когда человек приходит, он уже с определенной проблемой, он сжился с этой проблемой. Ну, возьмем, допустим, невроз, да, он находится в этом неврозе, и он как бы сам в исцелении уже не видит, он не чувствует. И здесь вот как его замотивировать-то, что, дружок, ты должен сам как бы бороться с этими вещами. Он-то надеется на меня, как на специалиста, что я возьму и поведу успокойся, его. Успокойся. Я понял. Невроз уже я видел. А можно мне это объяснить, что такое невроз? Болезнь. Что это такое? Для тебя. Страхи. Страх? Страх. Окей. Да. То есть, если чего-то боится, да? Да. И дальше что? Очень быстро говоришь. Он привык к этому страху. Окей. И чтобы побороть этот страх, он обращается к запросам помочь ему. Окей. При этом я, как специалист, ну, должен подобрать мотив для того, чтобы он преодолел этот страх. Нет. Потому что он сам мотив не слышит. Он как... Это ошибка. Этот страх, в кавычках, это в самом деле, это он. Это не чужеродное тело, это не враг, это не какой-то это чужой злодей. Это он сам. А если мы стараемся избавиться, или победить, или преодолеть, мы потеряем его, потому что есть причина. Что мы хотим делать? Мы хотим тогда познакомиться с этим страхом, пригласить на чай, и очеловечить вот этот страх. Можно предполагать, что это не взрослая часть человека. Но есть причина. Это не бывает на пустом месте. Согласен. И следовательно, как добрый родитель, мы хотим пригласить на чай, ну, это видеть, и сначала выяснить намерение. Есть положительное намерение, однозначно. Если это не помогает этому человеку, это помогает его семье тогда. Это, и когда мы поняли намеренное, очень легко положительно смотреть тогда на этот страх. И далее вопрос о том, как мы можем сотрудничать с этим страхом. Ну, человечить, конечно, чтобы это более взрослое, более ресурсное, но остается главный вопрос, как достичь эту цель или осуществить это намеренное. Потому что, как только вот этот страх имеет лучший способ
достичь эту цель, защищать, допустим, человека, более взрослый, более красивый, то страх не нужен. Страх – это прием. И если мы думаем, что страх – это проблема, и стараемся победить страха, мы проигрываем. Это, ну, конечно, можем, можем привязывать человека или, или уколоть галоперидол, или ну, хоть что, но это не поможет. Ни в коем мере. Надо по-доброму это смотреть. И страх – это не враг. Ну, вот пример, чтобы было понятно, да? Итак, женщину избивает муж. Избивает, она теряет сознание, уродует ее, в общем-то. Что у нее появляется страх, теперь она с ним разошлась, у нее страх стоит перед мужчинами вообще. Угу. То есть вот в этом как ей помочь? Как, во-первых, мы должны, это очень, мы должны, мы должны остановить, прекратить эту ситуацию. Это не психология. Я, насколько я понимаю, это против закона. И мы должны действовать, чтобы муж больше не бил свою жену или ребенка, или, или кого это не было. Потому что это нельзя. И мы не должны и не можем это допустить. Так или иначе, мы должны это действовать, чтобы это больше не было. Тогда, когда это уже, эта ситуация изменилась, тогда мы можем помочь человеку это... Это изменить вот, вот этот, это ограничивающее убеждение, реакцию и прочее. Но если, если человек боится, потому что кто-то его это постоянно это бьет, страх – это не проблема. Проблема в том, чтобы кто-то бьет его. Спасибо. Пожалуйста. Валерий там сказал, может быть, в одном моменте он сказал, что они уже развелись с этим мужчиной, который бил. Я правильно поняла? Да, да, да. Тогда человек обратился на прием, и у него есть ограничивающее убеждение, связанное с, вообще со всеми мужчинами. То есть теперь она боится всех мужчин на основании того, что предыдущий муж ее избивал. Вот про это правильно я поняла вопрос? Да, надо. Ну, важно здесь понять, что есть глобальное обобщение. На основании вот этого случая, или, может быть, не дай Бог, еще было случай такой. А когда у нас есть глобальное обобщение, которое ограничивает, то наша задача – это помочь человеку, в первую очередь. Помочь человеку найти исключение. Ну, допустим, если я мужчина, я могу тогда помочь вот этой женщине понять, что я и не бью, и не буду никогда ее бить. Я при этом мужчина. Значит, это исключение. Бывает, что человек является мужчиной и не бьет женщину. Как только она могла допустить хоть одно исключение, тогда легче заметить вокруг, что есть еще другие исключения. Другие примеры отношений, где муж не бьет свою жену. Да, чтобы... Потому что если это обобщение или вывод заключается в том, что все мужчины это бьют это женщин, ну зачем и как могу тогда это наладить отношения с мужчиной, если значит он будет меня бить. Я это не хочу. Поэтому первое, когда есть такое убеждение, не допускающее это исключение, мы должны в первую очередь показать исключение или помочь человеку видеть и понять исключение. Тогда это не в том, что все мужчины это бьют женщин, это да, это мой бывший муж это бьет женщин, и может быть этот парень. И тогда вот это не глобальное исключение, и, по-видимому, это разумный вывод. Но это не исключает тогда это создать благополучную семью, потому что это не все мужчины.
И вот в этом образе тогда как применить гипноз? Что значит? Значит, я в гипнотическом состоянии, должен ввести ее в состояние транса и убедить ее в том, что существуют другие мужчины. То есть получается, что я как бы сам выдвигаю гипотезу и подтверждаю через транс. Ты по-моему, ты изучал психологию, да? Ну, я психолог, да. Ну, понятно. Ну, это излечимо. Спасибо. Надо смотреть, я можно тоже добавлю чуть-чуть к тому, что Ричард сказал, да? Да, пожалуйста. Вот дальше надо смотреть, например, если мы показали человеку исключение, ну, например, вот я психотерапевт, я свою жену не бью, и вот у нас тоже директор не бьет, ну, конкретно. На примерах, на конкретных. После этого надо смотреть, что у нее там дальше с убеждением. Может быть, например, она думает, что с другими женщинами все в порядке, их не бьют, но конкретно меня будут бить. Тогда я буду смотреть, на основании чего вот этот вывод. Что она в своем поведении, что как она думает, она делает не так, или в чем причина, почему именно к ней будет такое отношение. И здесь я могу использовать совершенно разные техники. Я могу ей предложить посмотреть на ее отношения с первой, второй, третьей позиции, например. Я могу, например, поработать с запечатлением из детства, посмотреть, откуда там идет. Может быть, например, в родительской семье был такой опыт, она видела, сейчас она повторяет это поведение. Я могу посмотреть, как она вообще вызывает своим поведением то, что ее мужчины бьют. Что она делает такого «а», что в ответ на это «а», два или три мужчины ей сразу дают «б». Я могу посмотреть, каких мужчин она выбирает, какой тип мужчин. То есть здесь надо уже лично смотреть в каждом конкретном случае, с чем это может быть связано, если короткий ответ. И гипноз это не больше, не меньше, чем это если человек обращает внимание и сосредотачивается. То есть если он не видит, не слушает меня, это не гипноз. Если он обратил внимание, сосредоточился, это гипноз. То есть это ничего мистического. И с трансом то же самое. Ты сам в трансе 5 раз в день и даже не замечаешь, потому что это обычно. Да, это ничего это сверхъестественного здесь. И если я владею коммуникацией, если я могу наладить отношения, чтобы человек сосредоточился на то, что говорю, то есть это уже транс, это гипноз. Вопрос о том, как использовать нашу коммуникацию, чтобы помочь, и не просто убедить человека, насколько я крутой или сколько я знаю. Если я понял, в чем он нуждается, тогда я готов даже выглядеть глупым, чтобы это он победил. Это как будто мы играем в шахматы, чтобы другой человек это выигрывал, чтобы он достиг его цели. И это не в том, что он должен думать, что я суперкрутой психотерапевт или психолог. Он должен изменить свое поведение. Вот так, вот иначе. Если я могу это способствовать, то я ему помог. А если не мог, то я зря деньги это беру тогда. Значит, в любом случае мы должны видеть цель. Он должен иметь цель. Иначе, чем мы занимаемся? Если нет цели, то это я не вижу смысла. Смысл мне это в том, что человек мог достичь его цели. Нет, и мой вопрос как раз был связан с тем, я как специалист, как гипнотерапевт, обязан видеть цель, вот, чтобы хотя бы ее продвигать. Да? Не просто вот абстрактно, вот я пришел, а вам цель не говорю. То есть у меня вот есть цель, а я вам не скажу. То есть, по-моему, мы уже это обсудили, да? С этим работать, да, это сложно очень. А кто спросил? Валерий спросил. А, то есть это повторяющий вопрос? Да. Ну, да, это не обязательно знать цель, чтобы помочь, но это желательно, потому что мы можем более эффективно помочь. Если знаем цель.
Да, Илон. Ричард, можно вот к дополнение к тому, что вы спрашивали? То есть, если женщина, ну, пришла, и вот такая ситуация, что у нее есть... либо, как Оксана сказала, убеждения ограничивающие, или вот она говорит про свое состояние невроза. То есть так или иначе, это она должна сформулировать, что она хочет изменить в этой ситуации, а не психотерапевт со своим желанием помочь и там спасти ее. Об этом вы говорите, о том, что все равно она должна сама конкретно сказать, что она хочет изменить. Ведь мы знаем, что бывают люди, которые насилие переживают, но они, когда с ними работаешь, они совершенно никуда не хотят идти, потому что там есть какая-то вторичная, третичная выгода. То есть все равно про то, что именно сам клиент должен сказать. Но ты помнишь, это юные пионеры, да? Это, или юных пионеров. Юных пионеров. Да. Илона не помнит, я помню. Вы помните, да? Кто, кроме Стаса? Ну, я бы так ответил. Если юный пионер помогает старушке перейти дорогу, вот это красиво. Если она сама хочет перейти дорогу. Если он тащил ее, не потому что она хотела, вот это уже некрасиво. Хочет. Это без микрофона, не принимаю вопросы. То есть она хочет, но не знает как. Конечно, поэтому я здесь. Поэтому она обратилась. Я знаю как. Речь идет... Я должен знать. Речь идет, скорее всего, значит, мы когда с Валерием работали, он спрашивал цель. Я сказал... что есть общие слова, общие фразы, которые, скажем, прекрасно, великолепно можно привести человека к его осознанию, к его пониманию. Потому что, в принципе, у меня в практике бывает очень часто, когда человек приходит, он озвучивает социальную цель, социально обозначенную. Ну, то, что нужно всем. Ну, к примеру, да, женщина говорит, я хочу выйти замуж. Она проходит там несколько сеансов, и она говорит, а зачем мне это нужно? Как часто женщины приходят к такому выводу? Очень часто. Поверьте мне, очень часто. Намного чаще, чем казалось бы это возможно. То есть речь идет сейчас о том, что человек, в принципе, он не всегда осознает свою личностную цель, свою. Он чаще всего он транслирует то, что нужно всем. Ну, мы исходим из чего? Всем надо это. Я понял. И мне это тоже надо. Я понял. То есть об этом речь идет. Я понял. В принципе, есть возможность, ну, вы уже ответили, в принципе, на этот вопрос, что это не обязательно, то есть абсолютно спокойно можно привести человека, там не после конкретно. Твоего объяснения я бы хотел чуть по-другому это объяснить, потому что пожалуйста. Ты помог мне это лучше понять. В этом случае, мне кажется, это как будто сознание выбирает цель, но нет полного согласия. Именно это я имею в виду. Именно поэтому мы хотим использовать транс, чтобы эта бедная девушка могла связаться со своим телом, с бессознательным. И, ну, мы можем, допустим, она говорит, да, я хочу вот это, вот это. Мы можем сказать, хорошо, давай просто дышим. Сейчас этой целью, просто, чтобы это не только здесь, но и тело тогда открывается, и она начинает понять, что это я хочу гораздо больше, или это не то. Это, если это эффективное это взаимодействие, то обычно цель растет или, видимо, изменяется, или вообще меняется в курсе нашего исследования. Как правило, если... Да, именно это я имел в виду. Потому что, когда человек приходит на консультацию, даже во время упражнения, как правило, сразу выбирается цель только голова. А мы говорим о том, что мы хотим наладить состояние сотрудничества, чтобы человек выбрал цель именно целостно. И голова... И тело, и сознание, и бессознательное. И когда уже есть... Оно сразу не наступает в первую минуту консультации. И когда уже сотрудничество налажено, тогда цель будет меняться. Вот в генеративном трансе даже есть упражнение проговаривания цели 4, 5, 6 раз. И сначала мы говорим просто от головы, потом мы говорим, связавшись со своим центром, с телом, повторяем ее, потом мы говорим... раскрыв внимание, включив аудиторию, например, или представив свою семью или работу, если цель связана с работой, еще раз повторяем,
И мы заметим, что, как правило, цель меняется. И даже во время консультации она меняется. Бывает, человек вышел из транса и говорит, а я понял, что я это не хочу. Да. Я хочу что-то другое. Да, это чаще всего так и бывает. Поэтому интересно. Да. Спасибо за то, что уточнили. Да. Это да, еще, лучше понял. Еще секундочку. Вот, эта секунда Оксана, уже пошла. Оксана, вот тот момент, вот, о котором вы говорили, значит, ну, я вообще называю для себя это раскачиванием. То есть вот то, что Валерий произнес, вот эта вот женщина, которая, ну, она как бы ушла уже, а убеждение осталось. То есть, ну, я это сравниваю, знаете как, если забетонировать столб, его вырвать из земли практически невозможно. Но если его раскачать, вот тогда его легко вынимается. То есть, по сути, вот то, о чем вы говорили, ну, скажем, я для себя называю это раскачиванием. То есть, я вижу свою задачу в том, чтобы человеку, вот Ричард правильно сказал, да, примеры. То есть, привести примеры противоположного. А потом уже, даже, допустим, даже можно человеку просто в трансе позволить ему... Это гораздо больше, чем секунда уже. Я должен говорить здесь, понимаете? Да, вот можно Оле. Мы хотим делать упражнение в самом деле. Это... Спасибо. Я заметила, что в сессии с Игорем вы говорили всегда «мы», и мы начинаем опускаться в тело. Важный это вопрос, присоединение. Да. То есть какой инструмент эффективнее, ты можешь или мы? Спасибо. Когда я первый раз в 90-м году появился в Москве, я не понял русский язык, но мои друзья объяснили, что люди говорят. Допустим, вот бабушка на улице, она говорит, покупаем семечки. Они объяснили мне, а я удивился. В смысле покупаем? Она сама покупает, что ли? И тогда на троллейбус передаем за проезд. Я говорю, что она говорит? Мы передаем за проезд. Она сама передает за проезд? Я не мог понять, потому что в США, в английском, они бы сказали «покупайте» или «передаете». Но в России мы так не говорим, мы говорим «мы». Это, наверное, очень древнее, когда это русский мир, это наша менталитет. И это очень, мне кажется, сердечно, очень душевно и очень дружелюбно. Когда я говорю, давай представим вот эту цель. Это я не представляю, это твоя цель. Но когда это мы, это легче. Если я говорю, представьте эту цель, это как будто я говорю тебе, что делать. И это так не чувствуется. Поэтому я так просто, я влюбился в русский язык, и особенно вот эти речевые обороты. Также возвратные глаголы. Это Милтон Эриксон бы это завидовал, это вас, потому что возвратных глаголов нет на английском. Допустим, когда тебе это вспоминается, я не должен вспомнить, это вспоминается мне. Это, или, когда это чувствуется, или когда хочется, или... Это возвратный глагол, это способствует, облегчает, потому что это не сознательно делаю, это делается, как будто делает себя. И я не должен. Это, тем более я использую предпосылку «когда». Это, когда вспоминается тебе, то мы начнем. Нет вопросов, если вспоминается. Это вопрос о том, когда. И при этом ты не должна вспомнить, это сам делается. Это... А предпосылки сейчас хочешь объяснить или позже? Ну, только что я объяснил. Надо делать упражнение, в самом деле. То есть, спасибо, Ольга, что это заметила. Я вам предлагаю, вот, например, возьмите у себя в тетради где-то листочек, и там сделайте эффективные речевые обороты. И все время вот в течение семинара, когда будет касаться, мы будем туда их записывать на отдельном листочке, чтобы не по тексту везде были, а просто в одном месте. Вот мы уже с утра изучили «ты можешь» – «можно». И цель этого оборота – передать идею, во-первых, что ты способен, и второе, что тебе разрешается. Способен и разрешается. Вот. И вот это дает
облегчение для глагола, который идет за вот этим «можешь» или «можно». Ты можешь представить, можно заметить. Вот. Дальше Оля обратила внимание, тоже молодец, один из наших любимых оборотов. «Мы» плюс «давай». «Давай представим», «давай сделаем». «Пусть представляется». «Пусть тебе представляется». Вот «ся» – возвратные глаголы. А, нет, это не «мы» тогда. Да, это уже сочетание с «пусть». Но можно это исключение? Я бы никогда не сказал, если ну, ты достигла свою цель, я бы не сказал, мы вообще крутые, мы молодцы, вы достигли эту цель. Я бы сказал, ты молодец, да, ты достигла эту цель. То есть когда это что-то сложное, когда... Но это процесс, и, ну, нелегко, тогда мы вместе идем. А когда это уже ты что-то это нашла, что-то это чему-то научилась, вот это твое. А я тогда на ты, не на мы. Это все вот назначение этих обратных глаголов, предназначение всех эффективных оборотов, это чтобы облегчать человеку процесс в трансе, чтобы помочь ему легче. Несознательно, да, а бессознательно. Ну вот, пусть... Бессознательно это делает «ся». Да. «Ся» – это значит, облегчает процесс тем, что действие делает «ся» само, бессознательно. А если не бессознательно, я должен стараться, пытаться. Это очень тяжело. Поэтому я не говорю «постарайся» или «попытайся». Это потому что человек будет попытаться. А я говорю, если что, ну, давай попытаемся, да я говорю, давай проверим. Это как вот, это получается. Вот эти, да, давай проверим, как это получается. Вот эти глаголы мы используем только если мы хотим передать идею, что это может не получиться. Постарайся, попытайся, попробуй. Лучше просто сказать «давай проверим» или «давай сделаем». Зачем вообще стараться? И вот русский язык очень мне нравится тем, что он правда такой богатый. Допустим, можно, человек говорит, «так, я должен получить от тебя отчет в понедельник». А ему подчиненный отвечает, «ну, я постараюсь» или «я попытаюсь». И сразу передал идею тем, что «ну, может быть, и не получится». Или, я тоже люблю, ключи потерялись. Как будто они самостоятельно, без моего участия. Или стакан разбился. Прийти вовремя не получилось. То есть сразу ответственность передается обстоятельствам. Это не я, просто не получилось. Дети так говорят часто. Да. Сломалось, да. Ну, это вот. Я прошу вас просто на данном этапе просто заметить, как, особенно когда могу показать демонстрацию, то можно заметить, как я использую вот эти речевые обороты, и есть гораздо больше. Это даже верхушка айсберга, это 90% под водой мы даже не видели пока. Но просто заметить, и тогда мы можем их обсудить. И это ускорит процесс. Потому что это... Я хочу сосредоточиться с вами на второе блюдо, не только на закуске. Это... На самом деле мы... Ну, и первое тоже. Да, на самом деле, поскольку у нас всего 5 учебных дней, мы здесь стоим... в такой ситуации выбора, потому что на самом деле есть очень много мелких упражнений тренировочных на коммуникацию. Вот то, что здесь было в углу написано, вот этим всем мы бы могли заниматься, например, 2,5 часа, просто подряд делать 2-3-минутные короткие упражнения тренировочные, конкретно на коммуникацию. Но Ричард здесь хочет дать как бы более крупные куски. Вот. Ну, потому что вы уже взрослый, вы специалисты в основном, и мне это более интересно. Но, конечно, Оксана права, если не идем, как мы можем бежать? И если не знаем элементарные речевые обороты, как мы можем тогда эффективно способствовать, поддерживать, помогать?
Ну вот, например... Или, если не... Извини, что... Ну, нет, пожалуйста. Же... Вот, например, поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, что такое uptime, и не только знает, а работает в этом состоянии. Uptime? Вот, посмотри, вот это то, что я тебе говорила. Вот Стас, Женя и Илона. Это просто жаргон. Кто знает, что такое внешне ориентированный транс? Ну и не только знает, а работает в нем, коммуницирует, кто умеет в этом состоянии. Я сказал, что... Спасибо, Оксана. Я сказал, что я работаю в трансе. Когда я с человеком, я в трансе 100%. Но я не в трансе, где я сижу с закрытыми глазами, сосредотачиваюсь на свои ощущения и что-то вспоминается. Мой транс – это внешне ориентированный, поэтому я сосредотачиваюсь только на партнера, 100%. Ну, если я оператор, я могу заметить, если кто-то шепчет или что-то, но чтобы успокаивать. Периферийным зрением. Да, периферийный – это слух или что. Но я внешне ориентированный транс, и Нелпери это называет uptime. Up – это вверх, time – это время. Ну, короче, я не в себе. Чуть странно. Но в смысле, я... Когда я работаю с человеком, у меня нет ощущения. Я не чувствую свое тело. Нет диалога. Мышления. Нет мышления. Нету. До я могу планировать, после я могу анализировать, а во время нет. Нисколько. Не приходят в голову вот такие мысли. Так, она мне вот это сказала, что же мне ответить? Капец, вообще, сейчас она подумает, что я плохой специалист. Блин, что мне делать, ей так плохо. Вот этого мышления вообще нет, его и не должно быть. Ну, или даже, наверное, это значит, что есть проблема со семьей, потому что как только я в себе, как только я слушаю себя, я потерял связь. И я должен, это как, если хочу играть на фортепиано, я должен заниматься гаммами. Много часов. До тех пор, пока это пальцы сами знают, и тогда могу играть музыку, но даже точнее, музыка может через меня течет. Я не стараюсь, я это играет вся. Если я должен контролировать пальцы, то это просто начинающий этап. Естественно, когда это учебные упражнения, мы должны смотреть на шаг и так и проверить. Но в конце концов, наша задача – это осваивать как бы наизусть, да, чтобы… Наизусть. Наизусть, чтобы я не об этом думаю, тогда могу на тебя сосредоточиться. И ты меня показываешь все время теплее и холоднее. Я могу что-то предложить, а если показываешь… холоднее, то я что-то по-другому предложу. Я могу смело предложить, потому что ты контролируешь, не я. Если я полностью ориентируюсь на тебя, как только я начинаю думать или анализировать, или что-то чувствовать, или что-то вспоминается, тогда я потеряюсь. И вот это состояние, внешне ориентированный фокус внимания, оно не только нужно для того, чтобы эффективно помочь, оно также и защищает нас. Потому что если я психолог, 100%. Если я работаю с людьми, люди ко мне приходят с проблемами, или даже не обязательно психолог, вот в бизнесе, например, в сложный момент в коммуникации, если я из этого состояния вышла, все, мне прилетит отрицательная эмоция, какое-то запечатление, я войду в негативный транс, в крэш мы это называем, ну, в нересурсное состояние. Если я во внешне ориентированном трансе, в коммуникации, не с близкими людьми, конечно, хотя в ссоре с супругом это тоже полезно, например, но если я в этом состоянии, оно действительно защищает. Вот, поэтому... Когда люди, например, психологи приходят, говорят, у нас профессиональное выгорание, или менеджеры, мы устали от людей. Вот это значит, что человек не работает во внешне ориентированном трансе. Это значит, он наоборот, как губка, хоть он и старается выглядеть молодцом, но все-таки он в душе это чувствует, просто потому что на уровне нервов. И что он чувствует? Напряжение, да. Это дискомфорт, стресс, это
И это очень, очень это вредно. Прямо через лимбическую систему это влияет на органы, они деформируются, это ужасно. Если хронический стресс, это смертельно, это нельзя вот так. Это особо, я вот, например, удивлена, что у нас мало вообще где этому учат. Вот это, ну, не первая группа, что вот единицы говорят, а так вот мало вообще кто это умеет, и психологи очень мало, кто про это знает вообще. Я не знаю, как они работают, мне, например, очень жалко, потому что, правда, лет 10 человек отработает, а потом все, он уже не может этим заниматься. Ну, давайте сделаем упражнение тогда, ну, и чтобы это было более интересно, мы можем добавить несколько компонентов. Да. Один компонент, вот это внешне ориентированный транс, как сказать правильно? Внешне, да. Внешне ориентированный транс. Ориентированный транс, где все внимание, 100% это на другого человека. Я не чувствую, не думаю. Если мысль пришел в голову, я спокойно просто отложу. Потом, если что, могу вернуться. И опять на партнера сосредотачиваюсь. И это добавим еще один момент. Пусть партнер выбирает для него очень-очень приятное, очень ресурсное ситуацию или событие. Естественно, из прошлого. Но при этом, и это чуть похоже на твой вопрос, он не скажет нам содержание. Но он выберет тогда 5 слов связано. Мы покажем пример, чтобы понять. Это, он выбирает, не скажет, но он дает мне 5 слов, которые я могу понять, их смысл или нет, но я понимаю слова, и тогда я их повторяю и смотрю на человека, как он реагирует, если это способствует транс или мешает. При этом я буду использовать свой голос тоже как музыкальный инструмент, что это не молоток. И если в самом деле это тоже и предыдущий вопрос, где это про позвоночник и вот такую метафору. Ну, позвоночник я предложил просто как пример. Но в основном вот это 10-15% и что-то вспоминается, что-то новое. Это то, что Игорь мне сам предложил. Поэтому я его слово использую, чтобы, ну, присоединиться, чтобы это его, а не мое. Вот это будет прекрасный пример о том, как это работает. И если мы можем использовать слова другого человека, это удивительно, насколько они влияют. Нет, okay, это спасибо. Вонючий. Окей, okay. Вообще очень мне понравилось вот это упражнение. Значит, первое, вот давайте, ну, возьмем. Давай покажем. Да. Потом объясню. Шаги, да? Uh-huh. Сначала покажем. Хорошо, я первый пока написала этап. Угу. Окей. На гипнотическую коммуникацию сделаем коротенько. Окей. А если она играет роль коуча или психолога, или терапевта, или гипнотизера, как хочешь. Или партнера, который помогает другому войти в транс. Можно притвориться, как будто она гипнотизер или что. Тогда я клиент. Я тоже человек. Исследователь. Что я имею в виду? Она сосредоточивается на меня, а я просто расслабляюсь, наслаждаюсь, я могу закрыть глаза, ничего не заметит, потому что у меня другая задача. Моя задача – выбрать приятное событие, приятный момент, момент достижения или что-то значимое и весьма положительное, приятное из прошлого. Выберет, и тогда ей, я скажу, 5 слов связано. Дальше моя задача, это, естественно, реагировать по мере того, как она повторяет вот эти слова. Несколько раз, может быть, в другом порядке. Я реагирую и на содержание, это мое, и на голос, это ее. Есть два момента. Я даю
честную обратную связь, ты проехал от нее. И она внимательно это замечает, поэтому она может это что-то видоизменить, если что. Да, моя задача вот войти во внешне ориентированный транс, отложить свое мышление, анализ, воспоминания, все, просто пустое состояние, заметить его физиологию, присоединиться к его дыханию, все время смотреть на него, дышать с ним вместе. Забыть про психологию вообще. Содержание моего сознания, я вам цитирую Гиллигана, это физиология моего партнера. Все, больше ничего. Только его физиология. Только я заметила свое мышление, все, я сразу это откладываю. Не ругаю себя. Да, и пять слов. Повторить слова на выдохе так, чтобы способствовать, чтобы он сосредоточился на себя больше. Очень даже приятное упражнение. Приятно. Что я должен делать? Я предлагаю тебе выбрать приятное воспоминание, момент достижения. Okay. Или, может быть, просто приятное воспоминание, очень и очень приятное, чтобы наслаждаться. Ага, вот появляется, да. Окей. И чтобы я могла более эффективно тебя поддерживать, ты бы мог сказать мне пять слов, которые для тебя с этим воспоминанием связаны. Да. Kaupo gap. Kaupo gap. Kaupo gap. Kaupo gap. Kaupo gap. Угу. Папайя. Папайя. Мангус. Мангус. Рыба. Рыба. Теплая вода. Теплая вода. Окей. Ты можешь просто дышать в своем темпе. Давай попроще. Просто эти слова и больше ничего. Okay. Kaupo gap. Рыба. Папайя, мангус, теплая вода, Kaupo gap, рыба, папайя. Мангус, теплая вода, рыба, мангус, папайя, Kaupo gap. Теплая вода. Отлично. Тогда даем обратную связь. Голос мне очень понравился. Даже единственное замечание, это из моей молодости, когда жил в острове Мауи, в Гавайи. Mm. Это Kaupo gap, это особенное место там, где я жил. И вот эти вещи там все были. Единственное замечание, почему-то, когда
ты рыбу сказала не по порядку, у меня это чуть-чуть это мешало, да. Это, я бы 2-3 раза по порядку сказал, и тогда можно экспериментировать, может быть, в обратном порядке, или может быть. Потому то что есть, для меня порядок тоже имел значение. Сначала 2-3 раза по порядку, а потом уже можно было тихо. Ну, бывает иначе тоже. Бывает, что это когда ты даже не знаешь, что ожидать, и тогда это тоже полезно. Но в этом конкретном случае, да. Кроме этого, на 5+. Это... Спасибо. И... Было приятно, я хотя не знаю, что это за воспоминание, но у меня было приятное ощущение. Да, я потом скажу. Это... Потому что времени сейчас не позволяет. Тогда, ну, обратную связь даем, тогда поменяемся. Да. Это, и вы поняли идею здесь. Со стороны для меня это... Что ты заметила? Да, мало что, конечно, я делала здесь. Моя задача просто была, самое главное, это вот держать внешне ориентированный транс. То есть следить за тем, что происходит в моем мозге с моим состоянием. Мне было легко, спасибо, присоединиться к дыханию. Был момент, когда мне казалось, что пауза слишком длинная. И тогда вот эта мысль пришла в голову. Мне так не казалось. Тогда я ее отложила, и все. И тогда пошло уже... Это транс, это то, что это появляется между словами. Да. Поэтому если говорим, это мало транса. Ну вот здесь вот спасибо. И тебе. Приятно было. Это удивительно приятно мне было. Это, давно вот. Этот день не ассоциировался. Вот здесь вот тогда по коммуникации, давайте коротко еще. Нет анализа, отложим мысли, замечая изменения физиологии, только содержание сознания, физиология. Здесь смотрим на человека, все время дышим вместе. Дышим вместе, чтобы сохранить связь. Смотрим на партнера, дышим вместе с ним. Это его темп. Дальше пусть партнер выберет приятное воспоминание и скажет 5 слов из него на его выбор. Очень и очень приятное воспоминание. А почему нет? Пять слов. И дальше, сохраняя внешне ориентированный транс, повторяй эти слова на выдохе партнера. С паузами. Вот это искусство коммуникации хотя бы частично, это заключается в том, как делать паузу. Вопрос, Валерий? Вообще цель этого упражнения – получить удовольствие от этого упражнения. Самая главная цель, чтобы вам это понравилось, состояние вот гипнотическое. Окей. Повторяю на выдохе партнера. Достаточно громко. Да, шепчать не надо. Это ерунда. Это гипноз не заключается в том, что мы очень тихо говорим. Можно очень четко и громко. Да, можно это говорить. Задача вызвать у партнера транс, а не сон. Ага, Ричард, часто сталкиваясь вот с таким заданием, человеку очень сложно вспомнить что-то хорошее. То есть вот он после стрессовой ситуации... Это не наша ситуация. Потом. Давай нет, вот, а можно вот сейчас сказать, что что-нибудь, мечту свою, вот как будто она у тебя реализовалась, и ты в 5 словах можешь ее описать, вот, войдя вот в это комфортное состояние? Нет. Нет, только воспоминания, да? Да. Все, вспомнил. Это интересный вопрос, и есть такие клиенты, но здесь мы все найдем что-то приятное из прошлого. Если нет, позови меня. Я буду поговорить с партнером. Окей. Окей, давайте, сколько минут? 5 минут? Ну, давай
больше, наверное, потому что я бы хотел еще чуть продолжить. Если мудро выбрать, если что-то важное, значимое, и партнер нашими словами поддерживает, и о, это просто так сильно приятно. И мы, конечно, хотим учиться, хотим это, повысить нашу уровень и прочее, но если мы не наслаждаемся, это не туда. Самое главное, вот для тех, кто выполняет роль, которую я играла, поймайте вот это состояние, пустое состояние, при котором все само приходит. Вот это ваша задача. 8 минут, тогда дам сигнал, поменяемся. Но 2 минуты на обратную связь. Да, обсудим. 5 слов, их по порядку повторять или в разнобой? Ты, по-моему, ты в себе, потому что я уже это объяснил. Давай я повторю. Сначала три раза это по порядку. 3 раза по порядку. И тогда, если хочешь, можно экспериментировать в разном порядке. 3 раза по порядку, и потом можно в другом порядке. Все, давайте. А если сомневаешься, Анна это может объяснить. Восемь минут, тогда дам сигнал, 2 минуты на обратную связь. Тогда дубль 2, второй раунд. Давайте. Давайте наслаждаемся, друзья.